Не нашел свою партию. На одном из избирательных участков житель Мелитополя пытался вынести бюллетень за пределы избирательного участка, что противоречит законам о выборах. Гражданин тут же был остановлен работниками милиции, бюллетень изъяли, нарушителя задержали. Такое свое поведение избиратель объяснил тем, что не нашел в списке партию, за которую он хотел бы проголосовать. Не было той политической партии, за которую я бы хотел проголосовать. Вот, при сержанте я положил бюллетень.